Подкаст! Короче, мы сейчас пробуем. Я попробую, я только вот это вот дальше. Подожди. Зум. Так, да. Давай, твоя первая очень вкусная, очень просто. Реакция стариков на видео. На этом все. Мы, короче, поели. Бизнес-классе нам дали 2 сэндвича, из которого я вынула какие-то огурцы и перец. Виноград была кока-кола. Виноград мне не принесли. Несли веточки. Яблоко ест она. Меня отжали. Мне тоже были 2 бутерброда. Тоже пустой виноград, обгрызанное яблоко. И вода, просто в воду накапали. Я надеюсь, она не из туалета. Она еще фильм смотрит. И книги 2 читает сразу. Это мама. Она спит. Ну не будем ее тревожить. Долгожданный ужин. Вот. Фильм. Сыр. Столько домов. Сейчас. Мы в Майами. Мы прилетели. Все. Фотку. 1, 2, 3. Сфоткала. Я уже снимаю. Ракурс неудачный. Сделали мне тот капучино, который я хотела, но почти дерьмово. Очень жарко. Как это все? Давай, чтобы я пила его. Нет, не подходи. Итак. Покупки, которые я совершила в Duty Free в Москве. Ну, это чисто случайно. Я купила себе диоровскую мицеллярную воду. Я не знаю, что из этого выйдет. Я, короче, расскажу, но я не знаю. Мне кажется, обычная мицеллярная вода. Выглядит она довольно-таки себе модно. Ну, вот, обычная вода. Очень красивая, очень вся такая суперская. И у нее здесь, она вот так вот вдавливается. Она ничем пока что не пахнет, потому что она не открытая. Собственно, логично. Знаете, это куртка, как я буду распаковывать покупку. Она пока никак не пахнет. Но когда я ее надену, она будет пахнуть моими духами. Мы сели в машину. Рита. У нас, короче, автобус. Маршрутка. Маршрутка. Рит, передай за проезд. Я сижу в конце. Собственно, куртка моей жизни. Runaway. Давай сейчас будет профессиональная съемка. Итак, мы идем в супермаркет. Солнце очень жарко, да. Купаться, загорать, загорать, купаться, отдыхать. Супермаркет. Смотри, какие зонты с американским флагом. Это не зонт. Рита! Фу! Вот и все. Круги. О, чипс, не хочешь? Или мы в этом купим? А мы в этом будем или в другой пойдем? Все, мы пришли, кажется. Покажки. Ну что здесь? Посмотрим, что здесь. Или нет? Ну, короче, какой-нибудь. Давай, нет. Давай какой-нибудь. Я себя представляю в этом. Такая
смотришь на такие в балконе стоишь такая, типа, и видишь, акула плавает. Ага. Я тебя представляю, я стою в балконе. Да, что сказать, представляю. Купой, мои размеры. Вон папа. Пап, а где все? А, вон. Мы купили какую-то хрень. Там это два сиденья. Не, вот. Два в одном. Starbucks здесь продают. Ребят, попали в рай. Вот они, да. А я хочу себя, знаешь, что купить, короче. Да. А? Очень класс. Да не, она, мне кажется, она сказала что-то про камеру. Первый день мы купили. Что мы купили? Косметику. Куртку просто... Она скинула. Да, наша мама нас скинули. Они просто пошли покупать еду во Фрейсе. Кстати, во Фрейсе там такой нехилый кокошан. Да? О, кокошан. Я очень хочу фруктов всяких купить, овощей. Я думаю, там есть. Да, я тоже думаю. Вот. Ну, короче, шопинг начинается, как говорится. Мы зашли теперь в продуктовый. Мы смотрим воду. О, кокосовая. Офигеть. Кокосовая. Да, смотри, какая. Прекрасно. Фу, ненавижу. Я тоже не люблю это ничего. Смотрим, короче, еду. Нечего снимать. Зацените, что здесь есть. Еда. Я снимаю вас всех. Да, мам, ну есть, мы там заезжали. Попкорн. Рита, улыбайся. Фоткаю. Сфоткала. Мы зашли в магазин. Идеально. Мы запаслись едой. Поэтому... Где? Сними, пожалуйста. Все, да? Ты такая shine bright like a diamond. Я тоже так. Это ж мне помпот течет. Задержали. Давай. Это сзала. Ты это все сняла, Рит, молодец. Какое дерево красивое. Красота. Парам. Это новый день, новая жизнь. Влог. Итак, это наша комната, собственно. Ну, моей. Я имею в виду мои родители. Чемоданы, ванна. Конечно же, что вам рассказать? Что я уже приобрела? Я на самом деле уже говорила. Сейчас уберемся. Ватные диски купила. Идеальная покупка. Дёровская мицеллярка. Мне она очень понравилась. Обычно мицеллярная вода. Но, блин, ну Дёр, как-то, знаете, уверенно покупаю, потому что хорошая вода. И, конечно же, духи. Hugo Boss вот такие розовые. Очень хорошие. Вот. Сейчас покажу вам еще что. Вот. Это все дело. Я люблю этот отель, потому что, может, первый раз в нем, и я просто тащусь. У нас был в тот раз номер, можно сказать, в 4 раза больше, честно. Он огроменный был. Так, значит, смотрите, здесь у нас хавчик. Ну, не буду его показывать, потому что не очень хочу. Вот. Шкаф. Тумбочка. Две кровати. Так, значит, стол, конечно же. Вода, очень много воды. Это балкон. Мне больше всего нравятся мои штаны, извините. Очень здесь красиво, смотрите. Сейчас только 7 часов утра. Это просто нереально. Я, конечно, не знаю, как описывается рай в Библии, но, походу, я уже здесь. У нас этой фирмы не продают. Вот это мороженое. Я купила с... Короче, здесь есть такие, как сказать... Печенье, да, наверное. Но даже не печенье, а вот шоколадные такие вот печеницы. Вот. А, называется Reese's. В них привозила моя подруженца. Тоже из Америки. В конце учебного года, когда она была. Вот. Я просто тащусь от этого шоколада. Ладно, сейчас.